А вы знали, что если взять баклажаны, нарезать их на тонкие слайсы, обжарить с двух сторон и не забыть посолить? Далее мелко нарезать лук, сладкий перец, натереть морковь и обжарить на растительном масле, а также посмотреть все пропорции у нас в телеграм-канале, затем добавить фарш, постоянно помешивая, обжарить пару минут. Измельчить и добавить помидоры, перемешать, добавить томатную пасту, соль, копченую паприку, черный перец, приправу для фарша и тушить до выпарения влаги. В конце добавить измельченную зелень и чеснок. Для второго соуса растопить сливочное масло, добавить муку, перемешать, постепенно влить горячее молоко и варить до загустения, постоянно помешивая. Добавить соль, перец и мускатный орех. Пришло время сформировать наше блюдо. Первый слой выкладываете баклажаны, затем соус болоньезе, затем опять баклажаны, соус бешамель и так повторять, пока не закончится начинка. Последний слой щедро засыпать сыром и выпекать при 200 градусах 30-35 минут. То получается невероятно вкусное и сытное блюдо муссака. Приятного аппетита! Спасибо за просмотр!